Хорошая транспортная доступность и удачное сочетание исторических и природных ресурсов. Именно эти факторы стали решающими в вопросе создания туристического комплекса в селе Акшуат Барышского района. На выходных здесь побывал Сергей Морозов, осмотрел местный музей и обсудил с краеведами и экологами создание туристически привлекательного пространства. А привлечь туристов и вправду есть чем. Остатки винокуренного завода, здание ремесленной мастерской и школы по проекту Августа Шаде, дом мастера лозоплетения Евгения Репки, 4 памятника природы, в частности Акшуатский дендропарк и многое-многое другое. Все это войдет в целый туристический комплекс. В ближайшее время должны будем здесь, как минимум, так сказать, на следующий год все привести в достойное состояние. Здесь должны появиться тротуары, здесь должно появиться современное освещение. Не те, так сказать, лампочки Ильича, которые сегодня висят, а то, которое вот мы сейчас ставим, так сказать, энергосберегающие. После подготовительных и благоустроительных работ в самом Акшуате займутся обустройством станции питания и отдыха на пути к селу. Также планируется построить небольшую гостиницу. Новое пространство станет точкой притяжения туристов и будет способствовать комплексному развитию села. Нам необходимо сделать, в общем-то, немного, но несколько системных шагов для того, чтобы этот объект стал посещаем. Это в первую очередь создание туристской инфраструктуры, то есть я имею в виду санитарное остановки, так как, в общем-то, объект находится достаточно далеко от города, и необходимо будет все-таки туристам предоставить возможные условия. Кафе для того, чтобы можно было перекусить и в том числе попробовать здесь то, что производится именно здесь. Экологически чистые продукты, молоко, пироги и прочее. Ну и, конечно же, магазин, где можно было бы купить то, что здесь производится. Кроме того, глава региона заявил о создании на базе Акшуатского дендропарка особо охраняемой территории. И это должен быть национальный парк регионального значения. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.